Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 20 января 2022 года. На улице у нас ноль. Но пасмурно. Крещенские морозы у нас прошли. Так, такой вот у меня укроп. Кибрай. Для меня это самый лучший сорт на зелень. Зелени очень много, я его выращиваю каждый год. Когда его посеешь и разорвешь, оставишь где-то на расстоянии 10-15 сантиметров кустик от кустика, растение вырастает мощное. Очень это самое темно-зеленые листы. Я не знаю, кого как, но у меня темно-зеленые, ароматные. Но единственное, чем минус для меня этот укроп, ну, булочка, не мешай, соцветия у него поздно очень завязываются, и у меня они не вызревают, семя не получается. Так, долго не цветет для выращивания на зелень и специи. Ну и что? Ну и что? Булка! Так, это позднеспелый, 28-39 дней. От сходов до уборки 58-72 дня. Предназначен для выращивания на зелень. Высота растения 30-40 сантиметров. Розетка листьев крупная, листья крупные, светло-зеленые, со слабым восковым налетом. Но у меня они темно-зеленые. Может быть, потому, что у меня хорошая почва. У нас чернозем, и это самая очень хорошая почва. Кто не сажал, сажайте. Для зелени это чудо, а не укроп. И он долго-долго все его общипывает, и он все обрастает, обрастает, и все зелень обрастает до самых морозов. Или пока у меня не повредит фитофтора. Фитофтора у меня на огороде сильно развита. Сеять можно на рассаду его и в начале апреля, мая в открытый грунт. На расстоянии 15-20 сантиметров нужно оставлять кустик от кустика. Ну, у меня где-то на расстоянии 10 сантиметров. Я очень довольна этим сортом кибрай. Вот буду рано весной сажать на зелень. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.